Угроза теракта в школах Лос-Анджелеса оказалась ложной. Сегодня более 900 учебных заведений продолжили занятия. Закрыты они были почти сутки. Поводом для тревоги стало электронное письмо, поступившее в администрацию школьного округа Лос-Анджелес. Отправитель заявил о себе как о последователе ислама и сообщил, что готовится нападение на несколько учебных заведений с применением оружия, взрывчатки и нервно-паралитического газа. Спецслужбы проверили школы, но подозрительных предметов не обнаружили. К расследованию инцидента подключилась ФБР.